В преддверии Нового года в Гуляйпольском районном центре детского и юношеского творчества проходит конкурс «Эко-елка». Основная его цель – донести идею о необходимости сохранения хвойных насаждений. Материалы для изготовления искусственной новогодней красавицы могут быть самыми разнообразными. В конкурсе «Эко-елка» приняли участие воспитанники различных кружков Гуляйпольского районного центра детского и юношеского творчества. На суд жюри были представлены десятки образцов. Основой для их создания послужили фантики, бумага, пакеты, пэт-бутылки, шишки и другие экологически чистые подручные материалы. Метою проведення цього конкурсу є привернення уваги підростаючого покоління до проблем навколишнього середовища, його забрудненості, масового вирубування дерев, виховання дбайливого ставлення до природи. Та перш за все наголосити на тому, що своїми руками можна створити красу, не витрачаючи зайвих коштів та не завдаючи шкоди навколишньому середовищу. Каждый кружок Центра детского и юношеского творчества подготовил елку в соответствии с направленностью своей работы. Кружок журналист изготовил елку из журналов. Кружок конструирования – оригами. Кружок грация – из нитей. Дети подошли к работе творчески и очень ответственно. Они уверены, что эко-елки тоже помогут создать веселое праздничное настроение.